как играл сегодня, ожидали, что они выйдут так именно настроенными, заряженными, публика тоже? Конечно, было ожидание, что они так и выйдут, будут делать больше давления, больше physical game, но опять же здесь это плей-офф, здесь или сейчас, или никогда. Вам удалось сопротивляться с ними первые два периода, как минимум, а как оценишь свою команду? Все было хорошо, да, сравняли игру, чувствовали себя хорошо, вот, но посмотрим, что там.